Турецкая пресса объявила о первой любовной бомбе этого года. Димет Оздемир и Агюстхан Коч якобы начали официально встречаться. Однако так ли это на самом деле? Вот что известно к настоящему моменту. Турецкая пресса довольно давно сообщает о том, что Димет Оздемир встречается с известным певцом Агюстханом Кучем. Сама Димет сплетни опровергла, однако это не мешает папарацци продолжать настаивать на своем. Как они сообщили, Димет и Агюстхан на этот раз вместе отметили Новый год. Их заметили на выходе из отеля The Stay Warehouse отеля в Алачаты, куда парочка отправилась после выпуска передачи «Голос Турции». Агюстхан приехал забрать возлюбленную со съемок. Журналисты не растерялись, определили, где они находятся, и сделали фото из отеля. Правда, предъявленные снимки были настолько размыты, что определить, кто на них, не представляется пока возможным. При этом журналисты уверяют, что Димет Оздемир якобы призналась, информация о ее романе с Агюстханом Кочем верна, и журналисты могут выпускать свою бомбу. Где призналась, кому призналась, не уточняется. Дальше последовала якобы демонстративная отписка от Димет, бывшей возлюбленной певца и подруги актрисы Ямур Танрысевсин. На самом деле Ямур отписалась от Димет еще летом. И тут же Агюстхан дал случайное интервью подкараулившим его папарацци о том, что он готовится выпустить песню и поработать с платформой Exen. Про любовь с Димет, самую горячую тему, его почему-то забыли спросить. Все случайности не случайны? Нам остается дождаться разъяснения от самой актрисы, подтвердит ли она информацию в прессе. Мы будем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами и не забывайте подписаться на наш канал.